зная Михаила, я не хочу не сказать ничего. Мы с ним вместе бегаем на стадионе «Торпедо» по утрам в 6 часов. Личностных никаких нет вопросов. Но в плане его профессиональной подготовки, значит, я не знаю, вот биографию его четко не знаю, но не помню, чтобы он руководителем какого-то был хозяйственного предприятия и организации.